еще раз коротко. А Таро рассказывала, всем рассказывала, просто как энергии выложила и несколько арканов, которые немножко иллюстрируют эти энергии. Это умеренность. Уже несколько видео сняла, просто они не все загружаются, их надо разрезать на несколько частей. Это у меня такая пентакливая, она золотая получилась. А вот это прообраз языка света и пиктроглифы и все остальное переходит в наши эпохи, в другие вибрации. А вот это вот я уже рассказывала в предыдущем видео, лепила ночью из остатка воска, просто как напоминалку себе, чтобы потом вернуться. И я вижу, где я чуть-чуть скруглила форму, ну и по пропорциям не совсем зашло, потому что остатки и не хватило мне на базу. И ручки надо было чуть тоньше и чуть-чуть другой обрез. Я его помню. Помню много лет, это внутри меня иногда танцует, поэтому по памяти сделала, честно посмотрела сейчас оригинал, во многом схоже, но я чувствую миллиметры пропорции, по пропорциям я сделаю другую, ту идеальную, которую я хочу. Сейчас, между прочим, я их просто не знала, куда поставить, везде коты могут скинуть, и повесила в своей комнате вместе с другими атрибутами. Очень классно заработала и рядом с Меркабой, и даже вот в комнате полной тибетской символики внутренней земли и вот этого пантеона, оно прям, ну там же и я, и Сириус, там и коты, и все, оно очень задышало, оно висит там, ну я сейчас принесла сюда, они висят там прямо песня. Получается, фитили, которые я не обрезала и еще не обработала, они как раз с подвесками стали. Хорошо, так, сейчас нашли свое место. Это я снимала только что про язык света и вот этот аркан звезда. Здесь, кстати, этот звезда Сириус корона. Она многосложная. Здесь как корона Хатор, под ней Урии, а сверху вот Перьямат. Это корона Сибдет. Это вот в первобытном Таро звезда, вот так вот высекать искру, вот так вот вспоминать, вот так вот находить звезды, вот так вот это все. Очень по вибрациям похожая энергия. А это Полина только что после моей лекции. Да, кстати, вот колесничий тоже, прорыв туда, похоже на космический корабль. Мне очень напоминает. Колесничий в квантовом Таро — это прорыв в космос, вот такие вот вещи. Мне здесь это очень напоминает тоже. По аналогии. Кстати, у Изиды здесь я на ней везде нарисовала звездочки мои из Таро, ну, портальчики, и прилепила, пока у нее здесь бусина танзанита. Это те же вибрации для новичков, для многомерных людей просто такая подложка базовая, многомерная, высокочастотная. А для тех, кто впервые там переходит в эти вибрации, это такой проводник. Ну, быстро, как щелчком переводит. У меня все видео, они с танзанитами в каком-то виде, там танзанит присутствует. Особенно все видео кристальные, со звуками китовых, для того, чтобы сразу вот в портал ввести человека. А вот это вот палеолит вместо Древнего Египта, то есть это прообраз этой же Изиды, но у совсем древнего человека. И все равно это Сириус и туда, путь к звездам. Поэтому то, что вот Полина сейчас еще дорисует, принесет, я сниму. Это она под стаканчики под воду приготовила после моей мини-рассказа, как я только что проводила технику с водой, что я почувствовала и как я ей предлагаю это на себе проэкспериментировать. И сейчас она себе красно-зеленые готовит, а мне черно-зеленые сделала. И говорит, давай мне такое. И говорит, мне одной мало, у меня будет послойно стоять много. Но она сама соткана из этого света. Я просмотрела тут уже, тут две спирали. И просмотрела, к
композиции. И вот у меня вопрос, как человек, который не хочет учить простую химию, физику и вообще в школу не ходит, выдает такие композиции с таким знанием? Пока я еще раз сниму, когда она придет. Вот Меркаба. Или символ Анахаты. В любом случае, треугольники, направленные на нее. Помимо того, что здесь и Дагас можно прочитать, и еще много-много представителей разных культур прочитают. Но помимо треугольников, направленных на нее, как пирамиды, там еще стоят излучатели. Вот это классическое изображение, как вот тот петроглиф. Они просто классика. Такие же таблички в космос улетели. Это универсальное ощущение внутри, память космическую пробуждает сама геометрия. Плюс наша галактика мыслит треугольниками. А в центре у нее похоже на яйцеклетку, на яйцо вот такая вот крокозябра. В классических этих кристальных рунах есть такое семя бога, такая одна из главных рун, самых высших вибраций. Она ее очень любит, такая как даже не зигота. Ну, в общем, первая клетка для деления. Клетка Бога ее называют. Вот похожая штука. И ее заряжают, можно сказать, пирамиды, можно сказать, стихия огня, можно сказать, еще как угодно. И под ней еще стоит подложка, что из вибраций, которые либо с космоса берутся, там первый огонь Вселенной, ядерные реакции, солнечные вспышки, все что угодно, вспышки сверхновых, звездные дома, так и просто вибрация магнитная, магнитно-гравитационная Земли при вулканах, извержениях, опять тех же протуберанцах солнечных, загрузках энергетических, сдвигах тектонических плит, да все что угодно может быть, но просто вибрация магнитного ядра планеты. И кручение. Кстати, мой курс вращения, он на это тоже завязан, несмотря на то, что это работа с веретенами, там, с мельничками, с барабанчиками. Я принадлежу к двум школам дервишей, но не крутящихся, но знаю правила внутренней школы этого Мивлеви. Дальше я Нурбахши Накшбанди в этих школах. Мивлеви — это вот танцующие дервиши и руми. Дальше все, что мы знаем про торсионное поле, Меркабу, Древний Египет, все это касается хороводы, если славяне там, все это касается вращения, свастики, всех ведических культур. И все это вместе со всем, что я знаю, многомерным, и с Тибетом, и его вращением внутренней Земли, ядром планеты, заикорение на ядро планеты, путешествие к ядру Земли. Путешествие в галактике, вращение галактик, расширение Вселенной. Все это есть в этом курсе, ну, как в потоке, вот как вот здесь. Каждый берет сколько может, но у меня есть друзья, которые проходили это в 2006 году, ну, и все эти пазлы. Сейчас я собрала в один курс вращения, потому что он про все. Про древние тибетские техники, центр хары и вращение внутреннего веретена. Там все, что хочешь, есть. Но все это вместе, а работа с ваджрами тут же есть. Все это вместе во мне как в потоке общем идет. Вся моя вся наработка многомерная во всех расах и цивилизациях, касаясь планеты Земля, вот это все вместе. Ну и все это вот таким потоком, как в Полину, будет входить. А что я буду говорить, уже не важно, потому что тут можно молча сидеть и просто слиться секундно и передать это все. Кстати, маленький секрет, я уже все передала. Первым импульсом, начав об этом говорить, я этим стала. А стало быть, в видео сохранила импринт этой энергии. И хитро сделанные могут попробовать в это войти, но все равно закон обмена существует. Значит, надо поделиться своими наработками. Или хотя бы не быть закрытым. И не быть жадным. То есть обмен должен быть. Здесь я смотрела пошагово, я описывала. Уже когда все принесет, на выходе, как у нее уходит эта многомерность, три звездочки. Меня вообще в космос уносит. Но я рисую за ней, как она спираль рисует. Иду за ней, теку. И тут, конечно, моща неимоверная. Я в шоке, с кем мы тут живем. Но реально это самородок. Ну, девочка с большой миссией на планете.